Показы дизайнеров сегодня украшают самые разные события. В нашем случае это презентация элитной недвижимости. Между рассказами о квартирах повышенной комфортности свое творчество представили основатели трех российских брендов. Сегодня мероприятие вообще посвящено трем сегодня дизайнерам. Это бренд Pop & Popple, производство в Челябинске Sense. Это производство в Златоуст, ну, тоже наши дизайнеры такие масштабные, можно сказать. Вот, и бренд Cotton. То здесь представлены только платья, и то их совсем небольшое количество. Я просто попыталась, конечно, это получилось очень сумбурно, много всего, но просто я хотела показать, что вот насколько многогранный наш стиль, он многогранный, да, что мы можем и сарафаны, и платья, все это вместе соединить, и в принципе это получается такой целостный образ. Изобразительное искусство, мода и выступление стилиста. Сегодня так важно, чтобы внутренний мир человека отражался и в одежде, и в антураже. Велась большая работа, мы работали с дизайнером вместе, смотрели, какие работы подойдут, куда и как. И, то есть это совместная работа с дизайнером. Сегодня у меня мини-лекция про пауэр-дрессинг, это довольно актуальная тема. В ней существуют еще и микротренды, о которых мы сегодня поговорим очень недолго. Ну и как адаптировать пауэр-дрессинг в деловой стиль, я тоже об этом скажу. С одной стороны, избитая идея, но все равно она до сих пор очень востребована в Челябинске, потому что все хотят в то же время какого-то расслабленного интерьера и при этом какой-то пафосности. На смену пафосным ивентам сегодня приходят атмосферные вечеринки, закрытые показы и презентации, которые рассказывают в кругу избранных о том, что будет модно в предстоящем сезоне.